Вот, здесь, тушка, да. Которая, покажите, и чья она? Вот, пожалуйста, тушка, это тюменский бройлер. Наложение на, у нас на молочную продукцию и на хлебобулочные изделия составляет 10%, на всю остальную продукцию, заявленную по списку, наложение составляет 15%. То есть мы торгуем цыпленка бройлера по 187 рублей за килограмм. Да. Значит, молочная продукция, то есть у нас дальше. Мы стараемся поддерживать наших тюменских производителей, потому что мы сами являемся производителями. И всю продукцию, которую мы торгуем в наших розничных сетях, мы также используем у нас в производстве. То есть это яйцо, сахар, мука, также это курица и все остальные. Ну и, соответственно, это капуста, картошка, то есть это все. Те, которые намного ниже, все равно, допустим, если сравнивать Ситниково или Золотые Луга сравнивать. Поэтому мы выделяем, да, чтобы, допустим, люди у нас могли обратить внимание именно на эти цены. Потому что действительно цена на рубль ниже, это достаточно много для молока. Именно те продукты, которые они нужны каждый день. И именно пенсионерам, те, которые не работают, и защищенные слои населения. Вот это беспокоит. Цены.